Раскрой нам эту тайну, когда вас уже официально станет трое? Скоро. Очень скоро. Здорово, вы уже определили имя ребенка? Да, конечно. А как Паша отреагировал на новость, что станет отцом? На самом деле, это очень долгая история. Мы знали, что вот ребенок вот будет вот совсем скоро, поэтому мы были к этому готовы. И для нас это не было неожиданностью, мы его планировали, поэтому все было очень ожидаемо. После рождения малыша планируешь ли ты уйти в отпуск? Я планирую идти в отпуск во время рождения малыша, но как только он родится, я очень надеюсь, что здоровье мне позволит сразу вернуться в свой гастрольный график.